Всем привет, уважаемые друзья, с вами канал Ольги Пак. Сегодня хочу поделиться с вами интересным инструментом. Это приложение, которое дает нам возможность создавать интеллектуальные карты. Решать поставленные цели, например, задачи какие-то определенные. Например, у вас накануне какой-то день рождения, вам нужно составить список дел. Вы с помощью этого приложения составляете этот список дел. А когда вам нужно что-то купить, например, конкретно, вы заходите в это приложение и уже конкретно знаете, что поэтапно вам нужно делать. Он дает возможность вам структурировать все ваши поставленные цели, задачи, например, да, ваши действия поэтапные. Позволяет вот как раз организовывать ваши идеи, как вы этого хотите. Сейчас на примере я расскажу, как он работает. Я пользуюсь этим приложением очень давно, мне очень он нравится. Когда, если что-то мне забудется, например, да, по памяти, сами знаете, много информации, бывает, не все особо запоминаешь. Когда захожу в это приложение, я походу сразу вспоминаю, что мне конкретно нужно было сделать. Я сейчас вам покажу. Зайдем в него. Вот у меня, видите, несколько составленных уже накануне задач, целей. Возьмем, например, давайте сделаем так, что нам нужно, например, составить план на неделю, да, покупок. Значит, что мы здесь сделаем? Вот я нажал, давайте сейчас все заново сделаем, чтобы вам понятно было. Нажимаете на плюсик, вот плюсик сюда, нажимаем на него. У вас выходит вот такое меню сразу, и вы здесь пишете конкретно, что вы хотите сделать. Например, так, покупка на неделю, да? Нажимаем ОК. И вот у нас, видите, я сейчас увеличу пальцами. Вот у нас встала покупка на неделю. Дальше что мы делаем? Мы нажимаем следующее действие. Плюсик сюда, вот сюда, нажимаем на плюсик, дальше у нас пишется, так, например, составляем теперь, какие покупки нам нужны, так, мясо и рыба, например, да, рыба, курица можно еще, так, вот она у нас стала, видите, следующее, опять нажимаем на покупку, просто пальцем на нее нажали, чтобы она у нас выделилась, дальше опять нажимаем на плюсик, вот сюда, опять на плюсик, не забываем, нажали на плюсик. Следующие у нас идут, например, там фрукты, да, и овощи. Вот у нас тоже встал, видите, я пальцем просто держу его и двигаю туда, куда надо. Вы уже по ходу потом можете все это сделать. Дальше нужно опять выделить покупку, пальцем на нее нажали, он стал у нас с плюсиком. Опять нажимаем на плюсик. Следующее у нас что идет, например, быт. Нажимаем ОК, у нас быт встал здесь. Опять покупка нажимаем, выделяем пальцем, чтобы он выделился у нас, нажимаем на плюсик. Так, ну дальше я больше делать не буду, просто чтобы не затрачивать ваше время. Вот вы смотрите, я пальцем прям беру и двигаю вправо, вверх, вверх, вниз, могу двигать, то есть туда, куда мне нужно поставить. Например, да, вы сами под себя подставляете, как вам удобно, как вам нравится, в каком порядке тоже вы выбираете сами. Теперь что мы делаем, например, да, теперь мы, например, ну, нам нужно, вот я увеличу, чтобы вам было видно. Я нажимаю на мясо и рыба. И здесь опять тоже плюсик появляется. Я дальше нажимаю плюсик. И здесь уже пишу, например, мясо, да, свинина пишу. Окей. Вы можете написать уже, сколько вам там килограмм нужно для примера. Опять нажимаю плюсик, мясо, рыба, чтобы у нас выделился, нажимаю. Цыпленок. Столько-то, например, килограмм или столько штук. Вот он у нас стал. То есть он уже идет, видите, он уже идет именно к мясе и рыбе. Опять нажимаем плюсик. Опять, например, фарш. Дальше я писать не буду, здесь можно и рыбу добавить, как конкретно там горбуши, что там еще, в общем, выбирайте сами. Так, здесь тоже примерно составляете, таким образом, вот он у нас стал. Так, и тоже ставите так, как вам надо. Я примерно делаю по 3 штуки где-то, так, таким образом. Дальше смотрите, ну вот он с этого края теперь у нас находится, чтобы вы не путались, вы ищите, где плюсик будет. Так, вот у нас косметика, ну и... Дальше я не буду затрачивать ваше время, вы смысл должны уже понять, как это все работает. Вот, теперь, если вам нужно что-то исправить конкретно, да, давайте сюда зайдем. Цыпленок, например, вам нужно исправить. Вы нажимаете на 3 точечки и просто ножницами вырезаете, и у вас удаляется. Дальше нажимаете, пишите то, что конкретно вам нужно, например, горбуша, да. Я, в пример, показала, каким образом можно поменять, изменения сделать. То есть на 3 точечки вот сюда. Здесь все очень просто, вы не бойтесь, каким образом это все работает. Он просто добавляется. Добавляются различные. Сейчас немножко, чтобы вас не путать. Вот у нас, видите, цыпленок свинину добавился.
Это просто идет копирование, получается. Так мы его просто вырежем. Вот его нету у нас таким образом. Вырезать, вы вот вырезаете, вот здесь нажимаете на ножнички, у вас все вырезается, то, что не нужно. Дальше тут буковка Т. Тут можно добавить заметку конкретно к свинине. Плюсик — это добавляете к свинине еще конкретно, какую свинину вы хотите купить, конкретно описываете, например, ну, свое, еще добавляете к свинине. То есть каждому этому можно добавить свои какие-то определенные задачи или что там конкретно вы хотите сюда добавить. Вот, констовары конкретно мы сюда еще не добавляли, но смысл тот же. То есть карандаш, там ручка, тетрадка, соусы тоже добавляете, там майонез, там томатная паста, еще что-то животным, тоже корма различные. Вот. И таким образом это все у вас делается. Там по ходу вы можете, смотрите, это пальчиком увеличиваете вот таким образом, и можно менять, покрасивее сделать, например, себе. Я примерно просто показываю. Так, отмену сделаем сейчас. Просто пальцем двигаете, меняете, то не забывайте, основное покупка на неделю вы первое делаете, а к нему начинаете уже остальные задачи представлять. Вот. Дальше здесь вот тут три точечки есть. Видите, здесь, сейчас я вам покажу, чтобы вам было видно. Вот здесь три точки есть в меню. Вы здесь можете структуру дерева поменять. Нажимаете на него, например, и он показывает вам, какую структуру вы можете поменять. Видите? То есть вот, двигаете пальцем просто и меняете последовательность друг за другом, например. Таким образом закрываем. Так, есть мозговой штурм здесь. Идею вписываете здесь просто свою какую-то конкретную. Масштаб здесь можно поменять, то есть 100% подогнать под экран, например. Вот под экран, видите, я подобрала, нажала, он под экран у меня подобрался. В принципе, здесь ничего сложного нет, вы методом тыка понажимаете, увидите, чтобы не затрачивать ваше время, потому что это очень долго будет тратиться. Но я могу сказать вам, что вот у меня, видите, покупка на неделю. Вот она, то, что я сейчас на данный момент с вами вам показывала. И вот у меня все мои задачи и цели, которые я ставила. То есть вкратце сейчас просто открою вам. Вот они у меня идут, видите, я их тут составляла. Здесь можно смайлики вставлять. Режим дня, например, конкретно какой-то у меня определенный, да. Цели, например, на месяц, вот я тоже примерно составляла. То есть вот под себя вы можете составить такой рисунок, который вам нужно. Здесь все просто. Вот об этом хотела я с вами поделиться сегодня. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если что-то вам непонятно по этому приложению, пишите в комментариях. Значит, будем что-то конкретно показывать вам в вашем недопонимании. Всем всего доброго, до скорой встречи, всем пока-пока.